Здравствуйте, дорогие зрители канала Полевод ТВ и фермеры. Мы хотим предоставить вашему вниманию семена люцерны сорта Iride итальянской селекционной компании Continental Sementis. Семена данной люцерны также обработаны азотофиксирующими бактериями, как и у Джей, один в один, но различие сорта Iride от Джей заключается в том, что Iride имеет более продолжительный период покоя, благодаря которому она хорошо переносит длительный зимний период северных областей. И плюс еще она имеет очень высокую устойчивость к сильным заморозкам, морозам, что позволяет ей хорошо перезимовать и дать хороший травостой для кормовых целей. Она к тому же имеет очень высокую устойчивость к фузариозу. Благодаря этому корневая система очень здоровая, глубоко уходящая, и поэтому она весной быстро отрастает, и отрастание даже между укосами составляет всего лишь 25-30 дней. Благодаря этому оно дает возможность производить несколько укосов сена в северных областях. Также его можно использовать для улучшения естественных пастбищ, для выпасов сена, сенажа. Кроме этого, данная люцерна дает высокопитательные корма за счет высокого содержания протеина и белка. Дает отличные результаты как в молочном хозяйстве, так и при нагуле и откорме. Сажайте в северных областях люцерну сорта Iride, которая дает высококалорийный корм с высокой урожайностью, пригодный как для молочного скотоводства, откорма и выпаса. Дорогие фермеры, желаем вам богатых урожаев и хорошего дохода. Спасибо за внимание.